в студию «Хорошо» я пришел, чтобы снимать мультфильмы. Я желаю всем хорошистов новых идей и успешной реализации. В нашей студии за эти 5 лет было снято более 30 мультфильмов и 70 этюдов. Мой любимый – это мультфильм «Гусеничка». Я мечтаю снять мультфильм о порядке. О порядке не только в своей комнате, но и в голове. Как говорил Сергей Павлович Королёв, порядок в голове освобождает мысль от всякого мусора. За 5 лет было много побед на различных кинофестивалях, международных и всероссийских. Желаю нашей мультстудии еще больше побед, креативных идей и радость от создания мультика. Я люблю делать мультфильмы, потому что это очень круто. Я хочу пожелать нашей мультстудии долголетия и хороших учеников. Мультфильмы, сделанные своими руками, это возможность раскрыть свой внутренний мир автору. Пусть наши студии помогают воплощать нам наши мечты и творческие замыслы. Я занимаюсь в студии уже 2-й год. Я уже узнала очень много о мультипликации. Я бы хотела узнать еще очень много новых техник мультипликации. Я в эту студию хожу 4 года, и за эти 4 года я научилась общаться с людьми. Это было для меня самым главным достижением. Я хочу пожелать ребятам из мультистудии, чтобы они не были такими же скромными, как я, иначе это им помешает в будущей жизни. В создании наших фильмов нам помогает наш руководитель Татьяна Всеволодовна. Я желаю ей счастья и здоровья. Ух!